Приготовься к мощному взрыву! Сгоранию! Отлично! Мы справились! Нужен еще всего один выстрел из пушки! С малым зарядом для сгорания мы приземлимся здесь. А с большим зарядом мы приземлимся здесь. Какой заряд нам нужен, чтобы попасть на берег? Малый или большой? Большой заряд! Да! Поехали! Последний большой взрыв и... сгорание! Лагуну крокодилов! Точно! Это был настоящий взрыв! Давай! Перед нами пиратский пик! Ух ты! А он крутой! Нужно как-то попасть на вершину до того, как вернутся большероки! Эй! Знаешь, как туда можно добраться очень быстро? На ракете! Да! Ракеты используют сгорание, чтобы делать сильные взрывы, которые подбрасывают ее высоко в воздух! Отлично! Я ракета... Чудо-машинка! Чтоб мне лопнуть! Ты же и впрямь ракета! Ой-ой, это пираты-большероги! Они вернулись! Скорее, поспешим со взлетом! Отсчет до начала сгорания 5 секунд. Считай с нами. Начнем с 5. 5, 4, 3, 2, 1. Сгорание! Теперь мы можем забрать сокровище. Согласно карте, сокровище зарыто под большим крестиком. Точно! Там же всегда ставят крестик. Крестик должен быть где-то здесь. Где ты видишь крестик? Да, вот он! Ха-ха! Сокровище закопано прямо под ним! Давайте копать! Придумал! Используем суперскорость, чтобы откопать сокровище супербыстро! Чтобы я начал копать супербыстро, крикни: «Гони! Гони!» Смотри! Это сокровище! Мы нашли его! Откроем его и посмотрим, что внутри. Хорошо. Открываем. Ух ты! Ого! Класс! Выхлоп! Оно превращается в огромный гоночный трек. Ух ты! Потрясающе! Сокровище для гонок! Пасть акулья! Это же золотой трек! Вперед, команда! Давайте прокатимся! Да! Сделаем это! И на старт! Внимание! We'll be right back.
пробуждается! О, что пробуждается? Держитесь, ребята! Болтики! Змея нас заперла! Ну, если отсюда не выбраться, то нам не доехать до колеса желаний. И не загадать желание! О, нет! Ни за что! Я выбираюсь отсюда сейчас же! Ой-ой! Ой! Ну, ты хоть попытался. Теперь мы никогда не доедем до колеса желаний. Так, минуточку. Я понял, как нам отсюда выбраться. И как, Вспыш? Нам поможет центробежная сила. О, кажется, это интересно. Змея свернулась вокруг нас кольцом. Так что нам нужно просто проехать по кругу. Если мы поедем достаточно быстро, центробежная сила будет такой мощной, что мы доедем до самого верха. Да! Так и сделаем! Ну, конечно, но кто может ехать так быстро? Мы можем! На суперскорости! Что? Чтобы придать нам суперскорость, крикни: «Гони!» Гони! Куриный суп. Эй, ребята, смотрите, колесо желаний. Ух ты! Это значит, что мы наконец загадаем желание. О, я знаю. Давай пожелаем то, что я хотел. Самый большой кубок в мире. Ну, или пожелаем, что я хотел. Огурчиков. А как насчет огромного торта из мороженого? Или фейерверка во все небо. Ух ты, все желания просто отличные. Но помните, колесо желаний может исполнить только одно желание. Но кто тогда будет загадывать желание? Давайте это сделает Вспыш. Я? Да, никто из нас не смог бы доехать без твоей помощи, Вспыш. Ты провел нас мимо тех крокодилов и еще слоновьей ноги. И не будем забывать про огромную змею. Ну, думаю, он правда нам немного там помог. Ну давай, Вспыш, загадай желание. Хорошо. Минуточку. Я знаю, чего мне пожелать. Он пожелал огромный кубок! С мороженым! И с огурчиками сверху! И с фейерверком! Ага! Моим желанием было, чтобы сбылись все ваши желания! Ура! Да! Ура! Да! Вперед, ребята! Угощайтесь! Ничего себе! Вот так вкусные желания! О, Крушила, ты должен попробовать огурчики! Он такой блестящий! Привет, красавчик! Вспыш, ты загадал идеальное желание! Желание, которое я могу разделить с друзьями, это самое лучшее желание на свете! Капитан, ты появился как раз вовремя. Ха-ха! Вот именно! Я вовремя! Вовремя для чего? Вовремя, чтобы отправиться на поиски сокровищ! Поиски сокровищ? Йо-хо! Люблю искать клады! Сокровища мы любим, где угодно их отыщем! Отыщем! Отыщем!
Давайте найдем этот клад! Да! Ого! Берегись! Ребята, держитесь! Что это еще такое? Как будто вода сливается в водосток. Это же водоворот! Когда вещество движется по кругу, это называется вихревой поток. В океане это вещество вода, а явление – водоворот. И если в него заплыть, он может потопить корабль. Смотри в оба и дай мне знать, если впереди будут водовороты. Увидишь, что вода крутится водоворотом, крикни «Водоворот!» Водоворот! Держитесь, парни! Отлично! Если увидишь еще один водоворот, крикни «Водоворот!» Водоворот! Придержите треуголки, ребята! Потрясающе! Посмотрите, парни! Вот и наш синий сапфировый ключ! Ха! Мы добыли первый ключ! Йо-хо! Земля к пята! Прям по курсу! И посмотри! Вот он! Золотой сундук с сокровищами! Ух ты! Ха-ха! Теперь ничто не помешает нам открыть сундук с сокровищем, ведь у нас есть все три ключа. Три ключа! Куда вы делись? Выход! Крушил и стащил их! И он уплывает прочь! Сокровище теперь будет моим! Чтобы догнать Крушилу и вернуть ключи, нужно придать нашему кораблю суперскорость! Чтобы придать кораблю суперскорость, крикни «Гони!» Гони! Вот это разгон! У меня ключи! У меня ключи! У меня ключи! Не самое плохое место, чтобы приземлиться. О, нет. Слишком много щекотки. Ладно, команда, приготовьте ключи. Синий сапфировый ключ. Красный рубиновый ключ. Зеленый изумрудный ключ. Он открывается. Приготовьтесь, ребята. Мы наконец-то увидим сокровище. Это золотые шарики. Ух ты! Смотрите, вот еще золотые инструменты. Ого! Разрази меня гром. Золотые пиратские шляпы. Шляпы, музыка и шарики! Поверить не могу! Наше сокровище – это пиратская вечеринка! Разрази меня гром! Чтоб мне лопнуть! Это лучшее сокровище в мире! Лучшее сокровище для лучшей в мире команды! Сокровище мы идем! Эй, что смешного? Почему вы хихикаете? Я не хихикаю. Я тоже. Ха, видимо, это тот тип. Хихикающий страж. Болтики! Чтобы сдвинуть хихикающего стража, нужно очень много силы. Мы это
это сможем. Для этого нам нужен импульс. Импульс – это сила предмета, когда он движется. У вспыша есть импульс, когда он едет, но этого недостаточно, чтобы оттолкнуть огромного стража. Но есть способ дать вспышу импульс побольше. Надо сделать его тяжелее. Ведь чем тяжелее движущийся предмет, тем больше его импульс. Эй, эта бочка сделает меня тяжелее. О, классная идея, вспыш! Чтобы оттолкнуть хихикающего стража, мне нужен импульс, равный 4. Это похоже на 4? Нет, это 2. Надо сделать вспыша тяжелее, чтобы его импульс был побольше. Оу, этот ботинок утяжелит его. Эй, вспыш, лови. А! Проверим мой импульс еще раз. Теперь похоже на 4? Да! Теперь у меня достаточный импульс! Затерянный клад! Мы идем! Эта пещера очень скользкая! Точно! А давайте покатимся вот сюда! Так мы выберемся из пещеры! Ня! Там кусачие кусты. А что, если покатиться сюда? Так, мы выберемся из пещеры. Да! За мной, друзья! Скользим! Суперскользкую пещеру. Точно! Ничто не помешает нам найти затерянное сокровище. Смотрите. Затерянное сокровище! Ух ты! За мной, друзья! Поспешим! Нам просто надо проехать тот мост, и мы сможем забрать сокровище! Ну, не знаю, смельчак. Что-то с этим мостом не так. Пока я вижу только мост, который длинный и прямой, и рассыпается. Он рассыпается? Выхлоп! Надо быстрее переехать мост, пока он не развалился. Нам нужна суперскорость! Да! Чтобы придать нам суперскорость, скажите «Гони!» Гони! Смельчак! Проскочили! Мы преодолели непроходимый мост! И ты знаешь, что это значит! Ты, наконец, увидишь затерянное сокровище! Конечно! Ух ты, что же там может быть? Есть один способ узнать! Скорей, откроем сундук! Хорошо, открываю! Ого! Это же золотые шины! И смотри, у них крылья! Они могут летать! Ого! Не могу поверить! Затерянное сокровище – это летающие шины! Ух ты! А теперь мы тоже летаем! Это потрясающе! Вперед, друзья! Полетели! Мои тигриные уши уловили какой-то звук! Какой звук, Рык? Я не знаю. От чего-то большого. Даже очень похоже на гигантские тигровые камни. Выхлоп! Осторожней! Тигровые камни могли превратить нас в блинчики. Должен быть способ проехать эти камни. Мы же совсем недалеко от клада.
Это статуя тигрицы! Она знает, что делать! Две машинки и мальчик смогут проехать дальше, но пройдут преграду эту только силой света! Что? Сила света? Так, секунду. Мы знаем, какой свет достаточно мощный, чтобы разрезать камни. Лазерный! Да! В лазере используются зеркала, много раз отражающие свет туда-обратно. Так получается очень мощный луч, который может разрезать почти все, что угодно. О, да! Теперь я чудо-машинка с лазерным лучом! Вперед, друзья! Нам сюда! Берегитесь! Тигровые камни катятся! Помогите использовать лазер, чтобы разрезать их! Сколько здесь тигровых камней? 4! Да! 1, 2, 3, 4! Мы почти поднялись на вершину! Но сначала придется справиться с самым большим числом тигровых камней. Сколько здесь тигровых камней? 5! Да! Вперед, слышь! 1, 2, 3, 4, 5! Получилось! Мы миновали тигровые камни! Теперь клан тигра наш! Теперь клан тигра наш! Смотри! Ворота клана тигра закрываются! О, нет! Не унывайте! Пора использовать суперскорость! Чтобы придать нам суперскорость, скажите «Гони!» Гони! Мы успели! Смотрите! Вот и он! Клад тигра! Добрались, друзья! Наконец-то мы увидим, что внутри! Но как же нам его открыть? Возможно, я смогу помочь. А, старые тигрицы! Чтоб получить этот клад, остался только миг. Он вам откроется, лишь услышав мощный рык. Услышав мощный рык? О, точно! Чтобы открыть сундук, надо сказать... Давайте порычим как можно громче, чтобы открыть клад тигра. Делаем... Рарр! Невероятно! Клад тигра! Это тигровые горки! Ну, вперед, друзья! Чего же мы ждем? Давайте прокатимся! Да! Поехали! Во время поездки хвосты не высовывать и держаться крепче! Получается! О, сильно тянешь, пират Вспыш. Но хватит ли у тебя сил, если я схвачусь двумя щупальцами? Оу, теперь осьминожка тянет силой 2! Увеличим мощность нашего электромагнита, чтобы стянуть силой больше 2! Хм, мы можем увеличить мощность до 1 или 4! Какая цифра больше 2? 1 или 4?
4! Да! О, вы сильнее, чем я думала. Но нет никого сильнее меня. Особенно, если я потяну 6 щупальцами. О, нет! Теперь осьминожка тянет силой 6. Значит, наш электромагнит должен тянуть силой больше 6. Какая цифра больше 6? 7 или 5? 7! Да! Это невозможно! Никто не может быть сильнее, чем я! Что ж, это не конец! Я использую все 8 моих щупалец! Осьминожка тянет изо всех сил. Да, силой 8! Если нам нужен ключ, мы должны сделать электромагнит еще мощнее. Какое число больше 8? 10 или 6? 10! Да! Мы добыли последний обломок и сломанный ключ. Собран! Смотрите, пираты, мы уже рядом с сундуком. Что происходит, вспыш? Выхлоп! Прямо по курсу водоворот! О нет, он затягивает все на дно океана. И камень, и раковину, и сундук с сокровищем. Сундук с сокровищем? О, нет! Нам надо поспешить, пока он не опустился на дно! Держитесь крепко! Пора придать кораблю суперскорость! Чтобы придать нам суперскорость, скажите: гони! Гони! Этот момент настал! Пора открыть его и посмотреть, что там! Это так волнующе! Колесо обозрения! И водяная горка! И рельсовые горки! Сокровище – это парк развлечений! Вот бы жители моря могли повеселиться в нем. Мы любим развлечения. Дай подложим. Эй, никто не любит развлекаться больше меня. Вперед, друзья! Вы все приглашены в парк развлечений. Под этим сеном было что-то спрятано. Похоже на старую карту. Карту? Хочешь сказать? Карту сокровищ? Да, только эта карта ведет к чему-то получше, чем сокровище. Она ведет к гоночной трассе. Эх, лопни мой бампер. Это же легендарная трасса «Дикий буйвол». Говорят, что трасса «Дикий буйвол» самая лихая, крутая и дикая трасса во всем мире. Нам просто надо следовать этой карте, и она приведет нас к трассе «Дикий буйвол». Так точно.
Но юхи! Добраться туда будет очень непросто. Эй, мы справимся с этим. Если будем держаться дружно, ничто не помешает нам добраться до этой трассы. Да, так точно, Вспыш! За мной, друзья! Вперед! На трассу Дикий Буйвол! В каньоне очень тихо. И даже слишком тихо. И как-то попахивает тут. Берегись! Безобразие! Кто-то пытается попасть в нас вонючей жижей. Ой-ой, кажется, это... это скунсы-бандиты! Бандиты от нас не отстанут! Как же нам от них оторваться? У меня есть идея. Посмотри наверх. Большие камни. Можем завалить ими каньон, и скунсы-бандиты не смогут преследовать нас. Посмотрим. Эта часть каньона 3 метра шириной. Чтобы помешать скунсам, нужен камень 3 метра высотой. Чтобы найти 3-метровый камень, ищи тот, который доходит до цифры 3 на линейке. Какой из них достигает цифры 3? Этот, верно! Он ровно 3 метра! Вот мы и сбежали! Смотри, вон выход из каньона! Чтоб его! Это самый вонючий скунс-бандит из всех! Нам нужно блокировать каньон и сбежать от скунса! Выход из каньона 7 метров в ширину. Какой камень достигает цифры 7? Этот! Он точно нужного размера! Прощайте, скунсы-бандиты! Трасса Дикий Буйвол! Жди! Мы едем! На старт! Внимание! Вскач! Готовьтесь! Гонка за золотым подарком вот-вот начнется! На старт! Внимание! Старт! Поднажми! Вперед! И мотор почувствуй! Вставь, нажми! Вперед! И не грусти, нажми на газ! И на газ! Иди вперед, дорога вперед! Нажми на газ! И на газ! И не хочу поменять! Нажми на газ, 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 нажми на газ.
Ну и ну! Чтобы попасть к золотому подарку, нужно придумать, как проехать мимо этих гигантских стражей! Эй, стойте! Есть одна идея! А если найти что-то большое и тяжелое, что может катиться? Да! Тогда мы сможем покатить это на стражи и сбить их с пути! Ух! Зэк нашел большой шар для боулинга! Зэк! Отлично, Зэк! А покатится ли он? Скажем, если толкнуть шар для боулинга, он покатится? Хорошо, проверим. Катится! О, да! Шар для боулинга сбил первого гигантского стража. Но двое все еще преграждают путь. Эй, толкнем на них большой деревянный кубик. Как по-вашему, если толкнуть кубик, он сможет покатиться? Давайте узнаем! Нет, кубик не катится. Лучше поищи что-нибудь еще. Эй, я нашел большой круглый камень. Молодец, смельчак. Если мы толкнем его, он покатится? Ладно, проверим! Да, камень катится! Остался только один гигантский страж! Эй, друзья! Интересно, можно ли покатить вот это? У-у-у! Какой же большой арбуз! Так предскажем. Если мы толкнем арбуз, как думаете, он покатится? Давайте проверим. Он катится! Прощайте, гигантские стражи! Никто уже меня не опередит на пути к золотому! Что? Мы выиграли гонку! Покрышки лысые! Смотрите все! Что происходит с золотым подарком? Он открывается! Теперь мы наконец увидим, что внутри! Давайте откроем подарки! Вау! Это же кузнечик! О нем я и мечтал! И игрушечная ракета, как я и хотел! Ишь ты! Это новое лассо! И еще батут! У-у-у! Здорово! И динозаврик для меня! Это скейтборд! Плюшевый слоник! И электрогитара! В золотом подарке был идеальный сюрприз для каждого!